Итак, давайте увидим. У нас появляется, да, разноцветный вот этот вот формат, про который мы с вами уже сегодня говорили. Да, кстати, можно еще номер 25 сейчас забрать. Очень эстетично смотрится вот эта вот кисточка, да, которая визуально вытягивает линию шеи и делает образ более элегантным, как мне кажется. И здесь еще и овальная огранка танзанита и огранка кабошон, представляете? То есть танзанит обычно бывает в фацетной огранке, круглый, овальный, там, своей вот этой вот мужской энергии, а здесь круглый, гладенький, как жемчуг, да. И вот, кстати, просто посмотрите на примерке, как смотрятся у нас зеленые берилы, красные и синие корунды, да, то есть вот, пожалуйста, сочетание практически изумрудов, рубинов и сапфиров, да, это те же самые семьи, корундовые и бериловые, да, те же самые группы, вот, просто не с такой прозрачностью, как настоящие рубины, сапфиры и